Ну а в Ленске год молодежи, объявленный в республике в 2017 году, открыли торжественные церемонии и в первую очередь подвели итоги 2016 года. Это тот случай, когда благодарность за активную жизненную позицию становится стимулом действовать дальше. Тем более у молодежи уже есть планы. Все подробности далее. Фото церемония открытия Года молодежи стала территорией творчества, где молодежные движения и субкультуры представили настоящие самородки. Да и сам праздник был продуман так, чтобы все участники чувствовали себя непринужденно. Открытие года – это в первую очередь подведение наших итогов. Мы готовились к этому сами, не подключали никого, потому что мы сегодня хотим сказать спасибо тем людям, которые нам помогали, тем общественникам, которые себя проявили. Награждали персонально и целыми группами. В 2017 году сразу несколько движений сделали заметный рывок и стали популярными в городе. Например, Велоленск. Инициативные ребята объединили вокруг себя любителей велоспорта. Многокилометровые пробеги, велогонки и выезды на пикники. И хобби, и отдых, и польза для здоровья. Поэтому Велоленск признали лучшим спортивным движением года. И у него уже есть планы на 2017. Будет очень приятно, если будет еще больше людей кататься на велосипедах. И, конечно, хотелось бы сделать велопробег до Южной Нивы. Он как-то у нас был в 2013 году, если не ошибаюсь. И он был самым интересным, самым незабываемым, самым экстремальным, самым веселым. Высоко оценили творческую инициативу ленских рукодельниц. Этот проект начал работать в марте 16-го и собрал много талантливых девушек. А сама ярмарка, которая в прошлом году открывала двери 3 раза, уже приобрела своих верных поклонников. Ярмарка рукодельниц была признана проектом года. Надеемся, что этот год нам принесет очень много клиентов, потому что проект, по идее, задумывается как коммерческий. Но пока с этим тяжело. Начинаем на добровольных началах, будем искать поддержки, будем искать спонсоров, будем искать помощников. Надеемся, что все у нас получится. Получится у всех, кто не будет лениться. А комитет по молодежной и семейной политике обещает не пропустить ни одну интересную идею, которая поможет сделать год молодежи в Ленском районе более продуктивным. Олеся Васева, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».